14 по 15 мая в республике проходил форум традиций культурного наследия «Семья Дагестана. Семья России», в котором приняли участие семейные ассамблеи, фольклорные группы из разных уголков Дагестана, а также Крыма, ЛНР, Чечни, Астрахани и других субъектов страны. В рамках проекта была организована увлекательная детская арт-площадка под названием «Рисую свою семью», а также тематическая выставка. Свои работы представила и преподаватель ИЗО Детского дома творчества города Каспийска Лора Урбанцева. Там у меня были представлены три моих работы. Это портреты четыре работы. Портреты мужа, детей, карандашной техники, карандашом рисую. И пленерная работа, вот так же на природе, как дети сейчас рисуют. Но только я, конечно, рисовала не конкойка-то фрагменты, рисовала то, что видит художник, то, что мне хотелось представить на Черкесском водохранилище. По окончанию форума министр культуры Дагестана Зарема Бутаева наградила художницу из Каспийска дипломом участника. По словам Лоры Урбанцевой, она старается не упускать возможность участия в выставках, тем самым мотивируя своих воспитанников достигать новые вершины. Кто-то меня приглашает присоединиться к себе, кто-то вот жду, вот, что скоро должна случиться персональная выставка. Вот. Деткам показываю, что есть к чему стремиться. То есть они сейчас на нулевом этапе, да, учатся, познают мир через краски, через карандаши, через формы. И я им показываю свои работы и говорю, а вот что можно с помощью этих маленьких навыков, чего можно достичь. И они восхищаются, и это их стимулирует. Как отмечает девушка, основным источником ее вдохновления является семья. Сейчас Лора Урбанцева планирует продемонстрировать свои работы в персональной выставке и проводить летние мастер-классы для детей.